вот давай, как вариант. Вот сегодня мы собираемся, девки, в круг, тихонский вариант. Да. Вот тихонько, казалось бы. Вот соберемся, девки, в круг, это пела нам ее Захарова, Матрена Лукинишна, Мамаева, Надежда Семеновна, как она, Усова, Лукерья, отчество забыла, но могу посмотреть, и вот Соломкина Серафима Ивановна. Это вот они пели. А у нас, вот как вариант, мы записали от Голанзовской Татьяны Сидоровны. Она вот уже умерла. Вот она, наша родственница, как раз Субботина, ее девичья фамилия. Вот как раз, ну вот как бы наши общие предки-то у них, вот с Топольного и есть. Вот она, ну какого она, 26-го, наверное, или 22-го, или года рождения она была, а ей пела ее мать. И вот она нам ее напела. Как вариант, вот такой же, соберемся, девки, в круг, только наш, как мы это говорим, уймонский. Соберем эти девки в круг, соберем эти девки в круг. Ой, лёле, лёле, девки в круг, ой, лёле, лёле, девки в круг. Принаймём эти пахарьков, принаймём эти пахарьков, ой, лёле, лёле, пахарьков, ой, лёле, лёле, пахарьков. Да посеем мы в девки лён, да посеем мы девки лён, и ой, лёли, лёли, девки лён, ой, лёли, лёли, девки лён. Тонок долог волокнист, тонок и долог и волокнист, ой, лёли, лёли, волокнист, ой, лёли, лёли, волокнист. Но она до сюда помнила. А вообще она такая же длинная, когда мы текстовку спрашивали, как лен сеяли, пололи, рвали, мяли, трепали. Вот весь процесс.